Болезненная очень тема, очень острая тема для всех медработников, поскольку читая соцсети и видя максимально негативную информацию со стороны граждан нашей страны по поводу вакцинации, ну, честно говоря, не просто возмущены, а просто уже жалко этих людей. Поскольку даже по нашему стационару, хочу сказать, из 50 поступивших, вакцинированных к нам поступает 1-2 человека, и то не ежедневно. В основном это средне-тяжелые пациенты. 48-50 пациентов – это не вакцинированные. Вся реанимация у нас заполнена пациентами тяжелыми, очень тяжелыми, крайне тяжелыми. Все эти пациенты не вакцинированы. Приехали за бабушкой, 83 года. Только заболела и тут же умерла. Не была привита она. Большая просьба ко всем россиянам, прививайтесь. Потому что очень-очень страшно и опасно. Пока мы не будем воздействовать на первопричину, на то, что является дальше, ну, скажем так, драйвером роста заболеваемости, ничего не изменится. Никаких коек не хватит ни плана А, ни плана Б, ни плана В. Важно прекратить вот эти вот цепочки передачи вируса. А это обязательное выполнение тех правил, которые сегодня во всем мире выполняются. Во всем мире. Это масочный режим и это вакцинация. Только благодаря этим двум компонентам складывается формула успеха. Пойдем к Торопову, бери Эниксом на самом деле. Пойдем к Торопову. Тяжеленная больная Торопова заодно. Скажите всем, чтобы делали все прививки. Почему? Я вот очень тяжело вышла из этого. А кто с прививками лежит, они переносят легче. И скажите, чтобы все делали прививки. Как называется туалет? Жалюзи. Кислород-то? А соедини, скажем, да.